Борьба бескомпромиссная. Ребята уступать друг другу не намерены ни в чем. Это дисциплина тег-регби. Правила почти те же, что и в классическом, за исключением одного «но». У участников есть пояса, которые нужно сорвать. В таком случае игрок не может продолжать движение вперед. Пояс – это своего рода замена силовым приемам, которые приняты среди взрослых. Это финал среди игроков 12-13 годов рождения. Здесь за победу борются 22-я и 44-я школы. В распоряжении команд два тайма по 5 минут каждый. В итоге успех со счетом 6-2 празднует 22-я школа. Победителям заслуженная награда. Ура! У нас была очень легкая игра, потому что у нас собранная сильная команда. Мы боролись только за первое место, за медали, за грамоты. Победила 22-я школа и в самой младшей возрастной категории среди игроков 14-15 годов рождения. А вот среди ребят 12-13 лет золото у 44-й школы. Им же вручили и вот такой солидный кубок за победу в общекомандном зачете. Таким образом, школа, которая носит имя Героя Советского Союза Валентина Ходырева, защитила звание лучшей. Всегда эмоции положительные, потому что у нас мои ребята играют, и мы уже как третий год подряд держим у себя в школе кубок. Надеемся, что будем оставлять его у себя. За нашу победу хочу сказать сначала спасибо нашей учительнице Юлии Сергеевне и учительнице Татьяне Керосеве. У меня положительные эмоции. Я очень рад, что мы заняли первое место со своей командой и обратно вернули наш кубок. Здесь сплоченная команда. Я люблю побегать, как бы. Можно прихватывать, ездить на разные турниры, занимать первые места. Кубок Севастопольской федерации регби проходит ежегодно с 2016-го. Это своего рода суперкубок для самых успешных команд по итогам прошедшего сезона школьной регбийной лиги. Здесь за кубок боролись 18 коллективов, представлявших 6 школ. Таким образом, в каждую из трех возрастных категорий учреждения делегировали по команде. Этот кубок является таким титульным в дисциплине тег-регби, и желание попасть у школ имеется. Мы видели сегодня на поле эти настоящие эмоции детей. Это является самой лучшей наградой для педагогов, учителей, самой федерации. Значит, мы идем в правильном направлении и дальше будем проводить этот кубок. Тег-регби уже вошло в спартакиаду города Севастополя, поэтому мы стали полноправными участниками спартакиады школьников Севастополя. Уже 26 октября в нашем городе стартует 4-й по счету сезон так полюбившейся ребятам регбийной школьной лиги. В Севастопольской городской федерации уверены, эти состязания станут отличной подготовкой ко всероссийским соревнованиям, в которых наши ребята обязательно примут участие. Святослав Данилов, Александр Тарасенко, новости Севастополя.